Привет, ищи! Это Борщик Островов, и мы продолжаем очищать Диноостров. В прошлой серии мы остановились вот на этом участке, где у нас есть летающий Дино. Ты его, конечно же, увидел. Где? Дино, ты где? Дино где-то здесь летает. А, вот он. Короче, нам нужно сейчас быстренько здесь убраться, накормить этого Дино и полететь на нем. Поэтому давай не будем задерживаться и приступим к уборке. Ах, да, у меня все забито. Блин, у меня есть кусочек мяса. Где этот Дино? Эй, Дино, держи кусок мяса. Нет, он, конечно же, такое не ест. Ему нужен особый фрукт или особое мясо. Так, а что здесь нифига нету? Подожди, я не понял. А как так? Здесь нету трэш-автоматов и... А, вон они. Вот, тут трэш-автомат у нас есть. Хорошо. А где банкоматы? Неужто ли их тут тоже нету? Капец. Так, я понял. Призываем Тирекса. И погнали до первого банкомата. Нам нужно срочно скинуть бабло. Я вернулся. Продолжаем уборочку. Быстрее, 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 быстрее. Так хочется быстрее уже полетать. Кстати, ты посмотри на шкалу счастья. Скоро к нам прибегут два мега здоровых грязнюка. Ух, это будет потно. Хотя кого я обманываю? Двух мега-грязнюков мы уже одолевали. И в этот раз одолел. Вот они появляются. Итак, где мега-грязнюки появятся? Смотрим. Вот они, сразу двое. Хорошо, сейчас мы их отмоем. Получил, толстый. Так. Тирекс, хватай его, кусай зубами, тереби. Что-то Тирекс, по-моему, вообще в шоке. Так. О, он кричит на них. Обалдеть. Круто. По крайней мере, на одного он крикнул. Достойно уважения, ты растешь в моих глазах. Молодец. Тяк. Ничего, вроде бы мусор я весь собрал. Приступаем к отмыванию бабла. Нет, шучу, к отмыванию грязи. Опачки, кто к нам пришел? Додо! Хо-хо! Прикольный птиц. А чем, собственно, Додо питается? Фу, какие-то личинки, червячки. Додошечка, ты где мой? Привет, Додо! Кстати, у меня вода закончилась. Нужно пополнить боезапас. Какой же он милый. Мне осталось отмыть последнее дерево, если это можно назвать деревом. Похоже, сейчас на какую-то глыбу камней. Во! Чё? Все очищено, начинаем строительство. Нам нужно построить здесь с тобой трэш-автоматы, одну грядочку и, в принципе, все. Немного-то и оказалось. Приступим. Вот Овченко. С автоматами закончили. Пойдем теперь грядочку строить. Фишгресс. Нам нужны рыбьи ягоды. Так, хорошо. Надеюсь, нам Пигби поможет с этим. Пигби, мне нужны... Вот они. Одна штучка нам нужна. Покупаем. Опачки. Сейчас посадим наш цветок. Хотя, не знаю, может быть, это даже дерево будет. Трава какая-то, слушай. Поливаем. Расти большой и мощной. И чтоб плодов побольше. Давай, шустрее, расти. Высь больше. Ну же, о. Появились стебельки, из которых будут выращены фруктики. Точнее, рыбка. Рыбочка. Вот как это выглядит. Прикольно. Так, собираем, значит, эту рыбку. Ух ты, какая она вкусная-то. Слушай, я бы такую тоже поел. Ну, что, теперь ищем, собственно, нашего летуна. Будем сейчас его кормить. Главное попасть ему в пасть. Вот, он пасть открыл. Лови! Ух ты, нифига себе, снайпер. Прикольно. Стой. Подожди. Разворот. Давай, разворачивайся. Открой рот. Хотя у него не рот, у него пасть, я бы сказал. Клюв! В чем ты я? Так, вот тут сейчас будет. Давай, я готов. Получай. Еще один. Не, промахнулся. Попал ему по башке. Да, это будет сложненько. Надо будет еще рыбок взять. Боюсь, у меня уже маловато. Ну что? Где твой клюв? Эй, а вот, Вова летит. Хобана! Сколько же тебе еще съесть нужно? Ну, я думаю, как минимум две рыбки точно. Сейчас накормим. О, монеточка. Нет монеток больше. Так, хорошо.
А как насчет... Ну, блин. Нет, он, наверное, не откроет пасть. Дай вот пластик ему кинем. Смотри-ка, пластик заживал. И выплюнул. Ну, давай, давай. Сейчас я тебе вкуснятину закину. Вот так вот. И еще одну рыбку. Не хочет. Ты посмотри, какой засранец вредный, а. За раз две рыбки не хочет съедать. Видимо, он переваривает. Пупсик, давай. Оба-на! Попался! Все, теперь с таким пузом ты никуда не улетишь. Отличная работа. Теперь собери с него деньги и спаси Птеродонда. Хорошо. Кэп. Кэп Ньютонность. Хорошечно. Очищаем пузо. Отлично. Вы были так полезны мне. Я хочу сделать для вас седло, чтобы вы могли летать на Птеродонте. О, ну круто, давай. Я только за. Чтобы заставить седло работать, мне понадобится гироскоп. Ух ты ж, а где ж мне его взять? Из смартфона вытащить что-то? У меня когда-то был один такой. Но Венус у меня его забрал. Может, вы договоритесь с ним и вернете этот гироскоп? О, к Венусу возвращаться. Блин, а он мне тогда сказал, что у него больше нет ничего для меня. Вот засранец, он скрыл это от меня. Так, ладно. Терекс, погнали, на разборочный. Сейчас зажуем это растение. Венус, обгрызанный ты куст. Что ты меня обманул? А, вот он как гироскоп выглядит. Ну хорошо. Вернулся обратно? Да, у меня вообще-то есть Ньютона гироскоп. 75 коинов он стоит? Ты знаешь условия. Если ты сможешь погасить долг Ньютона, то без проблем отдам тебе этот гироскоп обратно. Стреляй этими милыми монетками мне в рот, пока не погасишь долг. Ну что ж, ладно. Сейчас тебя расстреляю этими монетками. Кстати, у меня монеток-то не так уж и много. 33 всего. Ладно. Придется сбегать за добавкой. Первая порция ушла. Стой, 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 подожди. Теперь нам осталось еще сколько? 42 монетки. Хорошо. Сейчас я до банка сбегаю, сниму с карточки. Подождите. Я приехал. Ух ты, нифига себе. Я тут забыл разломать. А, не хватит мощи этого динозаврика. Янтарь тут не сломал, смотри-ка. Терекс, выручай. Нужна твоя помощь. Вот так вот. Спасибо, что погасил долг. Держи этот гироскоп. О, отличненько. Гироскоп мы взяли. О, шикарно. Ты вернул мой гироскоп. Еще бы. Он мне как бы нужен. Тащи этот гироскоп обратно ко мне в лабораторию. И клади его вот в этот слот. Все, бежим. О, что такое? Смотри-ка, золотой замок. Я слышал историю о том, что золотой ключ где-то спрятан в янтаре на этом острове. Ага. Согласно моим расчетам, ключ, возможно, может быть найден на янтарных скалах. А, и мне придется перебраться вот по этим мостам, но сперва их нужно построить. Принеси мне гироскоп, чтобы я мог закончить седло. Тогда вы сможете полететь и посмотреть, нет ли там ключа. Ну хорошо, я уже бегу. Все, мы прибыли к лаборатории. А-а-а, вот и ты. Теперь выстрели гироскопом в мой слот в лаборатории. И я сделаю для тебя седло. Вот, держи, наконец. Останешь же от меня со своим седлом. О, седло как быстро ты сделал. Шикарно. Отлично, теперь ты можешь установить седло и полетать на Птеродонте. Ну чё, погнали? Хотя чё погнали, я его сейчас призову. Тут установлю и... Полетели! О, круто! Вау-вау-вау. Что такое? Только не говори, Ньютон, что ты мне опять повторишь то, что ты уже повторял. Шикарно! А теперь лети на Птеродонте и наслаждайся природой. И, кстати, теперь, когда вы можете летать, слетайте на янтарные скалы. И посмотрите, спрятан ли там золотой ключ. Сейчас полетим. Так, как мне взлететь? Я хочу повыше взлететь. Воу-воу-воу, как это сложненько, слушай. А, все, это максималочка. Слишком высоко мы взлетать не можем. Все понятно. Все в пределах карты. Ну что ж, полетели тогда. Ой. Давай мы сперва сейчас с тобой вылетим. А, вот, кстати, мы летим как раз к янтарным скалам. Но я хочу залететь и собрать окаменелости. В первую очередь. Все равно по пути. Так, первая окаменелость есть. Ох, как круто на нем летать, слушай. Непередаваемые ощущения. Так, давай сюда слетаем. Это тоже где-то окаменелости были.
Когда я трясусь, ну, ты можешь заметить, что иногда потрясывается экран. Это от дрожания моих рук. Все-таки я первый раз летаю на динозавре. Так, еще одна окаменелость. Вон там еще одна есть. Шикарно. Опачки. Так, вроде бы здесь все. Можно, кстати, сюда вот слетать, смотри. Тут специальное такое отверстие есть для нашего летуна. Так, теперь, наверное, сюда, да? О, здесь тоже окаменелось. Как знал, что тут что-то будет. Так, мы вылетели за пределы, разворачиваемся. Вон туда еще можно слетать, смотри. Тут у нас что-нибудь есть? Нет, здесь ничего нету. Ну что ж, предлагаю наконец-то уже отправиться на янтарные скалы. Уверен, что там тоже есть окаменелость. А вот, кстати, и они, смотри-ка. О, нифига себе, там янтаря, ты видел? Такое огромное количество. Так, подожди. Тут гнездо, что ли, нет? Вон еще одна окаменелась. Так, надо присесть. Опа. Давай, садимся. Задний ход. На птеродонте задним ходом сажусь. Так, слазим. Все, лети, мой летун, птеродонт. Блин, ну классно, конечно. Летать на нем. Осталось еще две окаменелости, где бы их только найти. И посмотри на этот янтарь, в котором запечатан ключ. Вот он, золотой ключ, запертый в янтаре. Нам понадобится Тирекс, чтобы разломать это. Но, к сожалению, Тирекс не может летать. Так что вам понадобится построить налоговый мост, а затем перевести сюда Тирекса. Блин, точно. Очистите эту область, чтобы активировать налогового строителя. И затем постройте мост. Хорошо, приступаем к уборочке. Где здесь трэш-автоматы? Все сводится постоянно к одному. О, еще одна окаменелость. Шикарно. Последнюю осталось найти. Так, мне нужны трэш-автоматы. Где же вы? А, вот, вот здесь спрятались. Так, иди сюда. Сейчас быстренько их построим, скинем весь мусор. Чё, только не говорите, грязнюки вылезли. Да что ж такое-то? Еще и здоровые. Капец. Не-не-не, только не заплёвывай, это только что отмыл. Вот так, хорошо. Три мега-грязнюка, обалдеть. Таких масштабов у меня еще не было. Минус два. Третий остался. Вода закончилась. Чтоб ее. Как не вовремя. Половинки, думаю, хватит. А куда ты идешь? А, он идет обрыгать мои трэш-автоматы. Все ясно. Прикольно. Они даже ничего не обрыгнули. Так, ну что, вроде бы весь мусор убран. Давай сейчас отмоем вот эти вот автоматы, которые нам помогут строить мост. Ребятки, отлично, остров очищен. Шикарно. Взял 32 токена, здесь нужно 10, но это только здесь. Нам нужно построить несколько мостов. Так, один готов. Ура, мост завершен. Прокатитесь на Тирексе и используйте его рев, чтобы разрушить янтарь и получить ключ. Спасибо, Кэп, очевидность. А, подожди, так я же могу его сюда призвать. По логике вещей. А, нет, не могу. Нужно именно на нем заехать. Так, тогда полетели. Чё ходить вокруг да около. Кстати, почему сюда понадобилось 10 коинсов, чтобы построить такой огроменный мост? Я помню, на самом первом острове, чтобы небольшой мостик построить, мне понадобилось 30 налоговых коинов. Это несправедливо. Вот он наш Тирекс. Сейчас я скину. Ого, это вы так играете, что ли? Сейчас я скину налоговые токены. Тирекс, погнали, у нас есть дело. Так, а куда нам гнать-то нужно? Я запутался, здесь столько проходов, по-моему, сюда. Вот он мостик, перебегаем его. Надеюсь, что Тирексу хватит мощи своего рева, чтобы разрушить этот янтарь. Так, пробуем. О, сработало, отлично. Сейчас ключик заберем. Но сперва нужно еще денежки достать из янтаря. Все, ключик у нас в кармане. Погнали открывать двери. Естественно, нам покажут, где эти двери. Мы же с тобой забыли уже, где они находятся. А теперь скорее беги к этим воротам и открой их золотым ключом. Спасибо, Кэп, очевидность Ньютон. Я просто, ну нет слов. Как бы я без него жил, слушай. Без этого Ньютона. Вот они эти дверки. Сейчас мы их откроем нашим золотым ключиком. И что же у нас здесь ждет? А все, финишная. Финишная прямая, я хотел сказать. Но тут что-то неладное.
Неужели он сейчас сожрет моего бота? Это огромный мега-гриденюк. Это очень нехорошо. Твою ж налево, он реально его сожрал. Чё, несварение у тебя, да? Ох, ё-моё. Мега-гриденюк сломал нашего бота. А от взрыва все куски бота разлетелись по острову. Ты должен найти части бота и собрать их воедино. Кстати, я могу дать тебе специальный компас, который поможет отследить тебе эти обломки. Приходи в мою лабораторию. Вот, блин, началось. Так, зато я собрал все окаменелости. Это очень важно. Тоже. Я не могу в это поверить. Вы нашли все мои потерянные окаменелости. Спасибо. Он просто спасибо сказал. Нет бы сказать большое спасибо. Или денег бы мне дал. Хотя какие деньги, он в долгах. Так, туда нам, короче, не перебраться. Давай попробуем призвать летуна. Летун. Давай-ка мы туда слетаем. Мне казалось, что там нужно отмывать территорию. Тяк-тяк-тяк. Нет, тут уже все чистенько, смотри-ка. Эх. Ладно, полетели, короче, в лабораторию. Я прибыл. Кстати, а что если я выпрыгну с него вот с этого расстояния? Ну-ка. А, он садится. Он не дает мне спрыгнуть с него свысока. Так, где там твое устройство? Где устройство? А? А, это ты. Вам нужно будет найти все части этого бота. Вот, возьми это специальный компас. Когда ты полетишь на своем динозавре, он покажет, где валяются куски нашего бота. Хорошо. А где устройство-то? А, вот он, этот компас. Так, я его забрал. И как он отображает? Компас-то я взял, но я что-то... Ладно, возможно, нам нужно взлететь. Нифига себе, у нас бот разломался на 20 кусков. Ваш седальный компас будет указывать на местоположение следующей части бота. Так. Летите в направлении, указанной стрелкой, чтобы найти и собрать сломанный кусок бота. Хорошо. А, вот где компас. Он точно на седле прикреплен. Ну что ж, полетели. Будем по кольцам летать. Первая часть собрана. Как я уже сказал ранее, нам нужно собрать 20 частей. Ура! Финальная часть была. Я все собрал. Хорошая работа. Ты нашел все части бота. Вот он, наш ботик отремонтированный стоит. Теперь он поможет мне убраться с этого острова. Я восстановил этого бота, чтобы вы могли покинуть остров прямо сейчас. Прощайте и спасибо за все. Ну что ж, направляемся тогда к нашему боту. И улетаем с этого острова. Здесь было очень круто. Мне этот остров понравился больше, чем предыдущие острова. Наверное, это связано с тем, что я здесь полетал. Вот она, финишная прямая. Тут уже фейерверк пускает, мою честь. Высаживаемся. Ну что, всем спасибо. Дина, ты был шикарен. Великолепен. А я полетел. Ньютон, ты, конечно, меня выбесил немножечко, но мне тоже будет тебя не хватать. Все, погнали! Отличная работа, ты спас Дина остров. Пора улетать, Бионаут. Я тоже так думаю, что пора. 4 острова нам подались, мы их очистили. Теперь животные будут жить счастливо и в красоте. Ну что ж, если тебе понравилась эта игра, то не забывай ставить свой лайк под видео и подписываться на канал. А на этом все, пока. Увидимся в следующем видео.